И всем привет! Вы на канале Пламенаж. И сегодня мы идем бомбить пушки. Надеюсь, нам все удастся. Так, у нас тут какое-то еще одно сооружение. Так, я думаю, тут тоже ничего не будет. Ну да, в принципе, как я и думала. Так, ну давайте идти дальше. Самое главное, это осмотреть... Оп. А вот и пушка. Вот так вот. Так. А потом они не такие же и вредные. Так. И походу мы неплохо справляемся. Что? Еще одна? Откуда она взялась? Есть. Отлично. Так, давайте чуть перекусим, пополним себе запасы. Так, пока что она нас не видит, это отлично. А, конечно, так. Кстати, тут стоит табличка, что это запад. Вот, кстати, пушка, ну, сначала стреляет, а потом разворачивается. Так, будем надеяться, что нам... О, мы ее, кстати, добили. Походу, пушечное ядро отлетело от нашего щита в нее обратно. Так. Нам, кстати, выпало пушечные ядра некоторые. Мы можем взять их. Так, интересно, что будет, если вот тут вот сломать. Нам выпала просто табличка и заборчик. Так, кстати, от апельсинчика. Ага, апельсинчик нам дает огнестойкость. Так, ну давайте добудем вишенки. Так, и давайте приступим к осмотру волшебных крепостей. Надеяться, что там будут книги Эндера. Телепортация – это очень крутая вещь, особенно когда вы путешествуете по всему миру. Так, мы уже приближаемся. О, тут, кстати, какое-то новое дерево цветет. Или мне так просто показалось. Так, а что у нас здесь? Абрикоски. Странно, вроде бы у нас они были, но мне кажется, что другие деревья были. Так, ну, давайте пробираться. Надеюсь, здесь никого нету. Так, отлично. Ого, контейнер с сердцем. Эндер-крыло, эндер-крыло, два крыла эндера и изумрудная кирка. Это очень круто. Так, ну, давайте огненный заряд заберем. А все остальное оставим. Так, динамит, поршень, амулет пустоты, даже два амулета пустоты. Что же он делает? Спасет вас от падения в пустоту. Щелкните ПКМ. Ну, в принципе, мы в пустоту не собираемся прыгать. Так. Давайте все-таки стрелы вот эти вот хотя бы повыкидываем. Так будет безопаснее. Многоразовый эндер-жемчуг. Уху, это круто! Мы теперь сейчас облетим просто весь мир. Так. Давайте осмотрим еще одну крепость. Так, у нас уже нет места, чтобы что-нибудь складывать. Но персики мы заберем. Персики мы еще не встречали. А может, встречали. Ну, в общем, персики мне нужны. Так. Ой-ой-ой. Как-то неудачно мы свалились. Так, главное, чтобы тут никого не было. Да,
Давайте на всякий случай вооружимся сразу. Так, давайте так. Огненный заряд. Ну, давайте заберем. Так, а здесь нужно повыкидывать стрелы. Так, тут все туманные зелья. О, еще один жемчуг. Так, чтобы нам выкинуть? Ну, вот это выкинем, вот это возьмем. Так, ну я думаю, нам два поршневых скипетра не нужно. Амулет левитации замедляет после 6 блоков падения. О, а вот это вот, кстати, очень крутая штука. Амулет огня. Защищает от огня. Круто. Автофакел. Вот это вот, кстати, мы сейчас точно испробуем. И изумрудный меч. 8,5 урона. Ну вот, кстати, на моем железном топоре 9 урона. Ну, давайте его тоже возьмем. Так, а здесь... Ура! Мы нашли эндер-книгу. Ура, ура, ура! Мы теперь будем снова телепортироваться. Так, давайте сразу отметим эту точечку как дом волшебника 1. Проверим. Дом волшебника 1 у нас присутствует. Фух, наконец-то мы можем куда-нибудь дальше отправляться. Мы нашли сегодня очень крутые вещи, которые нам очень-очень пригодятся. Так, ну, а первым делом я хочу испробовать многоразовый эндер-жемчуг. Так, я не пойму. Мы что-то никуда не двигаемся. Давайте себе пополним хпшки. Так, давайте, наверное, будем кушать персики. Так, давайте что-нибудь... Ну, давайте абрикоску сейчас съедим. И как раз берем бананы теперь. Так, я, кстати, вижу, там уже пушки стоят. Давайте вооружимся, закроемся щитом. Так, и давайте, ладно, эндершемчик мы испробуем чуть-чуть попозже. Стой, что это такое? Так, ладно. Я думаю, сейчас получится к ним подкрасться. Так, тут сразу 5 пушек. Ага, вот, все. Получилось. Нет, не получилось. К счастью, нас не видят пушки. Давайте немножко похилимся. Нет. Плохая идея. Давайте отступать. Так, они все еще до нас достают и еще стреляют в нас. Так, ну а теперь давайте бежать отсюда. Немножко неудачная была осада. Так, ну, к счастью, мы уже возле дома. Так, ну давайте съедим что-нибудь теперь. Например, вишенку. Так, все, отлично. И давайте еще раз испробуем эндер-жемчуг. О, вот, получилось. Как-то у нас он
срабатывает через раз, но, быть может, потому что мы еще не совсем разобрались. Так, и меня интересует вот эта вот постройка. Давайте сейчас осмотрим, что же там будет находиться. Если, конечно, там что-то будет. Сделано, конечно, так в довольно-таки интересном стиле. И тут у нас сразу спавнер. Так, к счастью, мы его благополучно сломали. Так, тут у нас есть сундук. О, прикольно, факел сам появился. Так, давайте здесь закроемся, чтобы к нам никто не пробрался. Так, ну внизу у нас ничего здесь нет. Так, давайте попробуем пробраться как-то наверх. Ага, вот я уже вижу, там еще один спавнер. Ай, что это такое? Какие вы мелкие, противные. И вообще, так, хуже, чем чешуница. По-моему, везде, где мы ходим, мы оставляем за собой факелы. И мы разбились в дребезги. Ну, ладно, ничего страшного.